как-то непривычно и не... Ну, туда можете смотреть, да, сейчас мы в эфире. Да, всем доброго вечера. Продолжаем нашу пресс-конференцию уже с участием... Куда смотреть? На камеру, да. Да-да, туда, да. Станислав Саламович. Смотрю и наверх, получается. Вот камера, вот камера. Видите? А, вот сюда, да? Продолжаем пресс-конференцию. Теперь с участием Станислава Саламовича Черчесова. Поднимайте, пожалуйста, руки, чтобы мы их видели, чтобы я видел их оперативно. Пока вы готовитесь, собственно, Станислав Саламович, первый вопрос общего характера по игре. Что скажете по самой игре в исполнении нашей команды и по результату? Ну, по результату, понятно, говорить нечего, на табло все написано. Другое дело, что мы начали игру так, как планировали, достаточно компактно. Другое дело, что пропущенный мяч, можно сказать, с ничего повлиял, ну, во-первых, на содержание игры, и, во-вторых, на моральное состояние, что мне больше всего не понравилось, потому что, ну, пропустили, и игра идет дальше, и надо было, как говорится, переламывать. Другое дело, что во втором тайме мы кое-какие замены сделали, систему поменяли. Ну, с одной стороны, начали более компактно играть, с другой стороны, не смогли создать каких-то реальных моментов. В первом тайме было несколько со стандартов, которые могли завершиться голом. А так, по большому счету, бельгийцы перекрыли все зоны и не дали нам сыграть. Спасибо, вижу три руки. Первая, по-моему, была у журналиста из Италии. Ариси, или из Финляндии, наверное. Нанси Карьялайнен, please. Hello, Mr. Черчесов. I would like to ask, after Finland winning Denmark, earlier today, how do you manage the situation, and now do you feel pressured after that result? С результатом нашим или с Финляндией? Финляндия. Никакого давления нету. Мы в турнире. Есть первый матч, который мы, к нашему сожалению, не сыграли так, как планировали. Еще раз повторяю. Хотели лучше как и по результату, и по содержанию игры, но не удалось нам. Поэтому ждем финнов. 16-го будет матч, который многое для нас решает. Потом в Дании турнир одним матчем не заканчивается в группе. Поэтому мы будем максимально делать для того, чтобы выиграть у финнов. Спасибо. Теперь российский журналист Андрей Панков, пожалуйста, чемпионат. Александр Саламович, добрый вечер. Вопрос по замене обратно Черышева. Почему решили именно ее произвести? Это тактические какие-то вещи? Или он просто не попал в игру? Ну, с одной стороны, не попал в игру, с другой стороны, ну, нам надо было менять систему, и в этой системе, как вы видели, мы его поставили под Дзюбой, что для него все-таки непривычно, поэтому дали ему немножко освоиться, когда увидели, что не так у нас получается. Естественно, выпустили Миранчука, который вчера мы с ним разговаривали, он знал об этом, что он будет задействован в игре. Он хорошо вышел и нам принес пользу. Другое дело, что, к сожалению, там один штрафной и момент, который, ну, было бы неплохо, если бы он забил. Спасибо. Станислав Шуб from Germany, if I right understand, please. Прошу внимания. Какое у вас мнение к тому, что ваши игроки решили не стоять на колено как символ против расизма? И были ли какие-то, была ли какая-то коммуникация до игры? Entschuldigung, noch einmal. Я плохо расслышал, что вы говорите? Меня слышно сейчас? Говорите. Какое у вас мнение о том, что ваши игроки решили не стоять на коленах как символ против расизма, или были ли до игры, как и была бы какая-то коммуникация вот к этой теме? Со мной никакой коммуникации не было.
Иначе у вас, в принципе, мнение, кому не было, что болельщики свистели против бельгийцев, потому что они стали на коленах как символ против расизма? Ну, и это вопрос к футболу не относится. Если есть вопрос к игре, задайте мне, пожалуйста. Спасибо. Александр Дорский, пожалуйста. Я надеюсь, что меня слышно сейчас. Можно спрашивать? Да. Можно. Да. Да, я надеюсь, что меня слышно. Тут со звуком просто непонятно. Да, да. Станислав Саламович. Вас не видно, но я слышу. Да. Станислав Саламович, сегодня схема, которую Россия выбрала в первом тайме, она всех удивила, потому что так не играли в товарищеских матчах. Почему приняли решение сыграть именно так? И позиции Зобнина и Кузяева были продиктованы тем, что они просто самые объемные у нас полузащитники, которые могли закрывать подключение Кастаня и Азара? Или ну, в какой-то степени вы правы, но есть ответ, который пока я вам дать не хочу. Спасибо. У нас турнир продолжается, и мы делаем свою, как говорится, работу, выбрали эту систему. Она, с одной стороны, работала, но мы пропустили гол, как это сказать, с ничего, поэтому начало ломаться, потому что бельгийцы уже в этом плане повели 1-0, и потом сложно у них отобрать мяч. Спасибо. Так. Дима Сухинин, пожалуйста, вам открыл доступ. Но мне их не видно, и мне так некомфортно как-то. Я разговариваю, не знаю с кем, поэтому... Только здесь. Вот. Дим, давай, спрашивай, пожалуйста. Да. Но это нечестно, вы меня видите, а я вас нет. Мы напомним о себе на тренировках. Станислав Саламович, вы сказали, что игроки немного морально после пропущенного гола подсели. У вас есть объяснение, почему они подсели, почему потеряли так силу духа? И я так понимаю, вы эту силу духа возвращали сейчас в раздевалке, да? Ну, это мы уже в перерыве сделали раз. Во-вторых, ну, когда гол возникает из ничего, наверное, все равно какое-то маленькое, как это сказать, расстройство было. Ну, будем исправлять ситуацию. Сами попали в нее, будем из нее выходить. Спасибо. Не вижу больше рук. Коллеги, кто еще слушает нас, видит нас, пожалуйста, поднимайте руки. И еще пару-тройку вопросов можем ответить, если они есть. Нет вопросов больше? Тогда все. Всем спасибо. Все, спасибо. Да, до новых встреч. Спасибо. Ждем 16-го.